братья Серикяны, выступающие в испанских клубах Леванте и Валенсия, будут играть за сборную Армении. Об этом сообщил в эфире телеканала Шант замминистра образования, науки, культуры и спорта Карен Гелаян. Арсена Закаряна мы уже не можем пригласить в сборную Армении. Он был заявлен в сборной России, а в футболе нельзя сменить гражданство. Но что касается братьев Серикян, я говорил с их отцом Нарайром. Они присоединятся к национальной команде, сказал Гелаян. Эдгар Серикян дебютировал в высшей лиге футбольного чемпионата Испании. 19-летний армянский футболист вышел на поле в матче 12-го тура испанской Ла Лиги в составе Леванта против Хетафе. Воспитанник московского Локомотива, Эдгар Серикян выступал в юношеских сборных России разных возрастных категорий. В валенсийскую Леванте Серикян перешел в 2017 году и выступал в юниорских командах. Брат Эдгара, Эрик Серикян, защищает цвета молодежной команды «Валенсия».